Всем привет, мои листочки, с вами Ульяна, в личном канале Улька Тока. Сегодня я обустраиваю, можно сказать, эстетичный ресторан в Тока Лайф Ворлд. Я уже, наверное, 2 дня не выпускала видео, извините меня за это, просто у меня не было времени для этого. И сегодня я решила сделать вам такое обустройство. Обустройство у меня, кстати, выходит очень редко. И как вы уже могли в моих некоторых видео заметить, что я вас теперь называю листочками. И это теперь будет происходить регулярно. Само обустройство мне очень понравилось. Я ставлю ему 10 из 10. И сейчас немного расскажу про комнаты. Получается, сначала у нас такая улица, но это, можно сказать, такая для VIP-зоны. Дальше у нас такая самая главная комната, там где стоит один столик и, собственно, где будут все покупать еду, не знаю, как это называется. Потом у нас коридор с маленькой кухней, потом у нас зал, а потом уже туалет. И вот это вот эстетичное кафе, в нем можно будет и поесть что-то сладкое, и завтрак, то есть будет обед и ужин. Иногда в некоторых кофейнях такое есть. То, что в меню есть и завтраки, и обеды, и ужины. У меня на витрине будет только пирожные и для завтраки. Так как я вам уже говорила, то, что мне очень понравилось это кафе, скорее всего, Ульяна, не знаю, вместе с Вероникой и с Лоем точно пойдет сюда. И тогда еще нарисую какую-то картину в Доме творчества и как-нибудь назову, может, это кафе, точно не знаю. До 1500 осталось немного, но... Думаю, к дню рождения канала мы не наберем. До дня рождения канала осталось совсем немного, у меня оно 17 апреля. Ну ничего. И, кстати, про день рождения канала будет отдельное видео на моем канале. Вообще, ребята, я хочу сделать график своих видео, когда я буду их выкладывать. И какой-то день будет сериал «Шпион», думаю, раз в неделю. А вот влог номер 3 я сказала, то есть в обустройстве дома моего. То, что он будет скоро, ну, примерно через неделю. И думаю, уже через дня 2 будет слог и шпион, наверное, в один день. Я постараюсь это сделать. Конечно, я бы была рада выкладывать видео каждый день, но у меня помимо школы есть и другие секции. Знаете, у нас наша школа закрылась на ремонт, и мы перешли в другую школу временно, нас туда пустили. И вместо 6 уроков у нас теперь там 4 урока. Круто, но все равно у меня помимо школы есть секции. И я вообще вам про себя много чего такого не рассказывала. Свое хобби я точно не рассказывала, даже в описании его нету. Потому что у меня не было такого видео знакомства с персонажем. Да. Получается, мое хобби это рисование, плавание и игра на гитаре. Больше всего времени занимает художественная школа. В среду, кстати, ребят, ролики будут выходить очень редко, потому что у меня художка заканчивается в 6 часов вечера, и мне еще нужно сделать уроки, поэтому в среду будет очень редко выходить видео. И, в принципе, видео сильно часто не будут выходить, но, по крайней мере, не каждый день, это уж точно. Я не знаю, что мне говорить, поэтому досмотрите обустройство под музычку. В конце, как всегда, будет результат.